Приветствую вас. Вы знаете, первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это на то, что у вас есть обиды на свою маму, обиды достаточно серьезные, обиды достаточно такие горящие обиды. Вот, есть ожидания не оправданные от своей мамы. Вот. Это тоже присутствует. Все эти вещи есть, и на мой взгляд, в первую очередь нужно работать с обидами. Вот, обиды, ожидания, вот то, что вы жалуетесь на маму, то, что вы, по сути, пытаетесь в психологах сейчас найти неких таких союзников, которые бы вам помогли. Это все в целом не очень хорошая история для вас. Понимаете, о чем идет речь. Дальше. Момент следующий. Вот то, что я хочу сказать вам. Норма. Понятие норма. Да? Что такое норма? Что из себя представляет норма? Смотрите, здесь нужно сделать такую оговорку, что нормы не существуют. Норма существует только в психологической реальности каждого конкретного человека. И норма принимает свои очертания, как бы демонстрирует свои вот какие-то физические истории, да, только тогда, когда сталкивается с нормой другого человека. В данном случае вас, возможно. И для вас это не норма, для нее норма. Другому она не умеет. Это говорит о том, что у нее патология личности, нет, не знаю. Она ведет себя в принципе в норме. Говорит, что это не норма. Или что это норма? Ну, для вас это не норма. Вот именно для вас. Для вас это не норма. В принципе, это, наверное, единственное, что можно сказать, что для вас это не норма. Все. Дальше. Значит, вы пишете, чем вызвано такое ее поведение по отношению ко мне и людям. Невозможностью выстраивать отношения на равных. То есть у человека нет навыка общения на равных. У нее есть только навык общения как родитель-ребенок, да, и все. Вот. Естественно, это родительский сценарий. А подробнее можете почитать у Эрика Бёрна. Вот. Эрик Бёрн, родительский сценарий, там это все подробно описано. А что касается вас. Значит, наладить отношения можно через технику бесконфликтного взаимодействия. Я-сообщение. Думаю, в интернете есть. Почитайте. Это первое. Второе. Поработать с обидами. Обязательно поработать с обидами. Третье, это отследить в себе определенные проявления мамы, потому что они проявятся уже в вашей семейной жизни. Очень важно, чтобы вы сами учились выстраивать отношения на равных, выстраивать личные границы, умели выражать адекватно свое мнение, вот, не без обвинения, без директив и императивов, да? Вот этому всему вам нужно научиться. Наладить отношения с мамой можно до определенного момента. После чего отношения, дальше отношения наладить будет, к сожалению, нельзя. К сожалению.
к большому моему сожалению, нельзя. Вот. Она слышит, не хочет ничего обо мне, моем парне. Здесь вы говорите про эмоциональную потребность в ней. Потому что с детства вы привыкли все-таки, несмотря на то, что вас это тяготит, вы привыкли на нее опираться в той или иной степени. Привыкли. И вам ее не хватает. Соответственно, здесь работа над тем нужна, чтобы вы полагались на себя и ориентировались только на себя, а не на директивы и императивы, на которые ориентируется ваша мама. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго.